Всем привет, с вами Ниагара. И пока мы ждем с вами 28 эпизод, меня просили показать мои постеры, показать одежду. Мы можем это сейчас сделать с вами, посмотрим, почему нет. Вот вам, пожалуйста, мои постеры в первом эпизоде. Вот такой постер. Так, во. Это было свидание с Кентиным, да, такая недовольная. Вот. Вот так вот, с печеньками Кенти. Ну, он, конечно, очень сильно изменился с тех самых пор. О, это взволнованный Касси, когда она упала. Это бесячая собака, которую мы так долго ловили. Это Кас провожал ее домой, но он какой-то очень такой недовольный, не знаю. Но, тем не менее, проводил. Это в то время, когда он еще встречался со своей бывшей. Это я не помню, почему. А, там у нас в пижамке вот в такой, с клубничками спит. Это маленький Кас. Натирает маслом спинку ей. Ага, Натаниэль. Братья. Это Кася спит на коленочках. Когда в лесу они тогда заблудились. Избитая спина Натаниэля. Угу. Игрульки. Костель. Ну тут он какой-то, не знаю, странный. Это поцелуй Кентина. Пикничок. Тоже Кас. Ну это когда был концерт, меня там спросила Роза, по-моему, какую фотку ты хочешь. Ну конечно, Костеля. Хотя там со всеми, по-моему, были фотки. Лизандр. Это она... Не помню, на кого обиделась. Касси. Мне нравится вот эта, кстати, картинка прикольная. Так, Лизандр утешает ее, она ревет. Тут такое лицо у нее. Это тоже очень милая картинка. Классная. Это они все, по-моему, пришли извиняться. Да. Это тоже забавный момент. Когда там вошел, по-моему, учитель. Это такая сцена. Они там были закрыты в кабинете. И такой заходит она в одном нижнем белье с кроликом и кастом. Угу. Бельишко вот такое вот у нас. Красненькая. За ручку держались. Угу, было такое дело, да? Вот этот постер мне очень нравится. Наверное, самый мой любимый. Из красной шапочки. Пощечина. А, там и мимишки с котятками. Да, ну я там что-то... По-моему, переигрывала два раза и так не попала на Костеля. Ага, это было ЧП, по-моему, в школе, да. Это же прикольная картинка. Ну, вот это, конечно, полный отпад. Для поклонниц Костеля это, конечно, очень-очень клево. И это, по-моему, последний, 36-й, да? 36-й. А, ну это у меня с дополнительных эпизодов постера еще. Да. Вот такой есть. Ну, этот вообще без комментария, Костель. Да, и это последний. В общем, 40 постеров у меня всего. Очень много не открыто, но это надо перепроходить, чтобы открывать их. Перепроходить как бы другие истории, выбирать другие ответы, тогда откроются еще там что-то. Ну, ребята, вы знаете, вы меня очень часто просите перепройти что-нибудь. Перепройди там, например, с Натаниэлем. Или там с Кентином. Или какой-то отдельный эпизод перепройди. Это все стоит денежку. Я же покупаю... Бонусы энергия, и поэтому, чтобы что-то перепроходить, это надо опять покупать, и не буду этого делать. Я уж как бы как иду, так иду, и я вот все, что у меня есть, я это оставляю, коплю на то, чтобы пройти новый 28 эпизод. И потом посмотреть одежду просили. Ну вот,
кепочки, вот такие шляпа Шерлок, всякие украшения, но это я ничего, по-моему, вообще не покупала, то есть у меня все то, что дается с каких-нибудь, ну, с каких-нибудь эпизодов. Заколочки вот такие есть у нее. Так, что там у нас, прически, блондинка, нет, не хочу такое. Это у нас куртки. Так, вот такая есть курточка, прикольная, кстати. О, такой плащ. Есть спортивная куртка. Это вообще-то какой-то волшебный плащ. Вот такая меховушка. Так. Это с красной шапочки. Лабораторный халат. Ну и такая тоже очень миленькая. Прикольная кофточка. Так, это у нас... А давайте ее одень в нижнее белье, чтобы как-то посмотреть, поинтереснее было. Вот такое есть, это купальник, да. Есть такое интересное. Да, мне вообще не нравится цвет. Сам именно такой неприятный. Вот красненькая, очень даже клевая. Так, кофточки. Ну, это самая первая, по-моему. Это маечка такая. Вот это, в это я, по-моему, несколько эпизодов снимала. В такой зеленый тоже ходила. Это кофта Амбер. Ну, это кастельская футболка, конечно. Я ее тоже одевала с тучкой. Так, что там у нас? Это ночнушка с клубничкой. Вот такая матроска, она мне не нравится. С пандой. Клевенькая тоже. Хорошая. Вот такое вообще какое-то откровенное белье. В таком нельзя в школу ходить. Ну, вот тоже неплохо. Но не очень мне нравится сама рубаха. Цвет. Свитерок. Вот такая футболочка. Это театральная какая-то. С розами тоже неплохо. Маечка. Вот этот свитерок мне очень нравится на ней. И цвет персиковый красивый. Тоже кофточка такая неплохая. Яркая вот эта футболка. И вот такая маечка. Ну, потом я ее как-нибудь во что-нибудь одену. Мы сейчас с вами просто продолжим смотреть. Что есть еще? Белые штанишки я ей часто одевала. Шортики. Так, вот эти штанишки тоже прикольные, часто одевала. Покороче шортики. Юбка. Это ночнуха. Это мне не очень нравится. Спортивные. Надо что такое. Это вот там еще меховая куртка к ней есть. Меховая юбка. Так, вот эти неплохие джинсики, брючки. Понятно. Зеленые. Я их с пандой, по-моему, носила. Красные крутые, тоже прикольные. Такие шортики. Ну, коричневые. Вот, это тоже прикольные бриджи. И вот такая юбка, да, мне совсем не нравится. Так, это у нас гольфики разные. Ну, это... Такие, знаете, на Новый год можно надеть носки. Так, ой, подождите. Вот так колготаны. Да, колготки же это. Так. Вот, неплохо. И меховушку эту одеть. Носки синие. Так, дальше у нас тут там обувь. Обувь. Простые балетки. Как-то мне написали, что я их задолбала своими балетками. Так, тапочки. Кроссовки, сапожки, вот такие высокие сапоги, но их мало с чем можно здесь одеть, так-то, еще тапочки панды, это под меховушки сапожки, кроссовоньки, такие я, по-моему, носила, да, тут платье шикарное красное, ну это, понятно, тоже вот так неплохо, такие сапоги Ботфорд красные. Так, красочи вот эти прикольные, цветные, мне нравятся. Так, и вот такие туфельки. Тут есть, конечно, много что купить, но я просто на это деньги не хочу тратить. Хотя посмотрю, может быть, я и какой-нибудь очень клевенький куплю наряд. Посмотрим, не знаю. Так, колье жемчужно мерить не будем. Украшения. Амбер есть, это, по-моему, синяк какой-то. С дельфинчиком есть. Так, Мария Магдалена украшения на Новый год, шарфик, еще шарфик Новый год, колье Хэллоуин, шоколадное колье, прям шоколадное.
подвеска, черничный пирог, шапочка, очки есть защитные, и колье геометрия. И платьишки пошли, вот самое интересное. Ну, это платье мне не нравится. Ну, как, от розы, по-моему, такое есть. Ну, такое тоже, да, не будешь носить. Вот это мне очень нравится. Прикольное. Такое. Вот, красное, по-моему, у нас было на концерте. Концертный вариант. Кобальное. Как Золушка она в нем. Ну, это, по-моему, не совсем платье. Что-то тут надо все равно снизу одевать. Так, вот такая панда. Вот это хорошенькая. Синяя шикарная. Вечернее такое. Ну и вот в то, в котором она сейчас ходит. Надо, кстати, переодеть его. Надоело. Так, у нас есть обувь на каблучке. Очень красивая. Вот эти туфельки прикольные. Шикарные. Зелененькие. И есть такие вот, типа, полусапожки. Так, это что, пластырь, потом перчатки зеленые, есть длинные вот такие перчатки под платье, да, вечернего, варежки. Так, браслет, потом такие, ну там прямо конкретно, видите, под костюмы наборчики, то есть такие под пушистую эту, меховушки такие, тоже браслетик, синие перчаточки под платье можно одеть. Это просто птичка будет с вами летать. Так, вот этот красивый браслетик золотой, даже, по-моему, какой-то. И последнее, это аксессуары, сумки. Такая сумка, амберовская, по-моему, куда? Да, амберовская сумка, потом есть такая собака. Это понятно, для Хэллоуина. И бита, с битой пойдет. В общем, посмотрим, можно что-нибудь будет ей прикупить. Ну и пока на этом все, что вы просили, покажи одежду, покажи постеры, мы все это посмотрели, ждем 28 эпизод и встретимся в его прохождении. До скорого, мои хорошие, всем пока!